миссионер! Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на Заинской земле. Татар халкының милли ризығын шәк-шәкте ауыз итегіз. Испробуйте наш душистый каравай. В красивейшем месте Заинского района у подножия горы Пашкатау 12 июля прошел праздник кряшенской культуры «Петров день». Праздник проходит в Заинском районе уже в 25-й раз и с каждым годом собирает все больше гостей. В этом году на праздник приехало множество почетных гостей, среди которых были председатель общественной организации «Кряшен» Республики Татарстан Иван Егоров, депутаты Государственного совета Республики Татарстан Ильшат Аминов, Николай Нефедов и другие. Вместе с главой района Разифом Каримовым они посетили уголки сельских поселений, где их встречали с творческими номерами, угощениями. Столы ломились от разнообразия блюд. Блюда татарской национальной кухни, блины, огромное разнообразие пирогов. Гости с удовольствием обошли всех, кто приехал на праздник, никого не оставив без внимания. Где-то вместе с сельчанами исполнили задорные частушки, где-то пустились в пляс. А тем временем на Майдане развернулось зрелищное и красивое представление. На торжественной части гостей праздника поздравил глава района Разиф Каримов. Шундай хизмет алдынгылары башка тармакларда да бихисап. Энергетиклар, машина түзүчүлөр, жол салуучулар, тирликчилер, табиплар, окутуучулар, оңушуларыбызда һәр бирибиздин да үлүшү бар. Тырыш хизметиңиз үчүн сизге зор рахмат. Кадырлы достор, карандашлар, барыгызды да ихлас көңүлдөн гайра эминдиги, соолук саламаттыгы тилейм. Петров сизди тагы да зоррак иштерге, изге камалларга рухландырсын. Келечекте да хизмет кишисин зорлап, тырыш хизметибиздин нечиясын күрүп, бирге-бирге ярдамдашып жашайк. Илләребез тыныч, күгебез аяз, табыннар мал булсын. Петров мөбарак булсын, бәйрәм белән дуслар. Стало доброй традицией в Петров день поздравлять земляков, достигших высот в трудовой и спортивной деятельности, людей старшего поколения, юбиляров, родителей новорожденных, молодоженов и супругов, проживших вместе долгую жизнь. Шушы Петровны, нища еллар, уештырып, олып барып, юрган егетлер, бек зур рахмет оларға, исемлік саулық сізге. Петров день был наполнен красочными концертными номерами. Перед зрителями выступили известные артисты республики. We'll be right back.
На празднике выбирали и красавицу Петрова дня. За звание Петра Ущеляре в конкурсе состязались 7 девушек. Самой из самых оказалась Виктория Трофимова. Виктория Трофимова! Белого Петра Ущеляре и Гермиды! Петров Чевере номинациясында Виктория Трофимова. Біздің олқышларымыз. Біздің Петров Чевере диплом білен, қамшылайық 20 мүн күлемінде сертификат білен білекленен. Күшлі олқышларымыз, қызларымызға. Традиции предков и культуры современности, народные игры и конкурсы, спортивное состязание – все это объединило гостей праздника независимо от их национальности, вероисповедания и статуса. Завершился Петров день праздничным костром, который еще наши предки наделяли магическими свойствами. Каждый житель нашей многонациональной республики осознает ценность национальных традиций. В свою очередь, это рождает тишину и мир. Пусть Петров день подарит душевный покой, вдохновение и веру в хорошее будущее.